Иди, иди сюда. Дима! Бежит с тряпкой. Всем привет, с вами канал Артмания. Где ведро ищешь, да? А ведро вон там, он сбоку. Вон, желтенькое, не стоит там разве? Ага. Стоит? Так не тапок, нет же, ведро. А, ты вынимаешь, да? Ну вот твое ведро. На. Взял? Вот. Сижу себе спокойно, пью кофе. Никого не трогаю. Ну нет же, сын пристал. Мыть. У него тут грязно, он ест. Я тут тряпку зеленую замачиваю. Замачиваю, кладу туда, отмакиваю, потом мою. Ага, вот притащил ведро. Тряпку понес. Куда ты ее понес-то? Услал-то. Господи. Унес. Он мне все. Я с ним разговаривала, он мне мыть. Я думаю, понятное дело, что мыть. Думаю, надо замочить будет в обед. Думаю, сейчас некогда, сейчас в клуб пойдем. Я говорю, ну что ты мне, говорю, пристал мыть. Думаю, научился сына разговаривать, и все теперь. Ведро, давай. Где тряпка твоя? Господи, что ты с ней носишься теперь? Не знаешь, что делать? Давай, клади сюда, иди. Клади, клади. Вот. Ее надо замочить сначала, она же мокрая должна быть. Мокрая. Держи. Открывай дверь. Дверь открывай. Что там у нас? Ну, ставь ее туда. Ставь ее туда. Не-не-не, не вынимай ее. Зачем? Она в ведре будет мочиться-то. В ведре. Вот. Все, пускай она отмокает там. Тебя не устраивает, что ли? Чуть не пойму. Что? Что там? Ведро с водой. Там мочится тряпочка. Пускай она отмокает. Я в обед ее положу туда. Она должна там твои козявки отмокнуть сначала. А потом я протру все, если не забуду. Все, пойдем. Пусть она отмокает. Что? Ну-ка, ты чё? Ты хочешь сам все сделать? Ну давай. Да что ты меня с утра-то надоумил? Ой, ты господи, она еще горячая. Ага. Теперь еще и рука мокрая. Сейчас еще эту камеру уроню. Камеру сейчас еще уроню. Уронил. Теперь отжать одной рукой. Нам с тобой собираться надо скоро в клуб, а мы тут с тобой сейчас будем мыть эту. На, тряпку свою неси. Куда ты там хотела ее нести? Кок. Научился сын разговаривать. Ну. Тетя. Давай. Ну. Ага. Чистоплотный ребенок. Ну, давай, козелись. Самой не придется мыть. Да, сын, видимо, будет очень чистоплотный. Ой. Да, чувствую себя. Ты на середину-то меня все не смахивай, Дима. На середину не надо все это мне смахивать. Ты там собирай все это. Че ты как, я не пойму. Ой, господи. Как баба моет полы, ты не видел, что ли? Явно не так. Ну, мой давай. Удовлетворяй свои потребности сам. А то я сейчас быстро намою там. Если ты меня там все развозишь. Думала, кофе попью спокойно. Сейчас прям. Мы тут с самого утра мыть заставили. Ничего от тебя теперь не спрячешь. Фу! Аккуратнее. Все, намыл? Ладно, сейчас мы намоем. Помыли.
Где-то Дима, где-то мама, но Дима хорошо потер, прям такой основательно. Не знаю, откуда же он знал все это. Что, ты веревку уже собрал? Нет? Что, тебя устраивает? Устраивает тебя? Уголочек твой чистенький? Что? Что ты хочешь маме сказать? Что? Да что, ты мне не пойму, ты меня сегодня что, день уборки, что ли? Ты мне все пальчиком тыкаешь. И тут помыть? Все надо мыть, да? Давай ты сам будешь мыть, если тебе это надо. Да? Если тебе надо, сам мой. Мой сам. Почему мама все должна мыть-то? Мне будешь пальчиком тыкать? Да что ты? Бери тряпку и мой. Но духовку я мыл недавно. Еще стены давай. А там чего? Чего с этой стороны? С этой стороны ничего не может быть. Нет, там чисто все. Двери, да, кстати. У нас новые двери. Хотела попозже показать чуть-чуть. Когда чуть-чуть ремонт сдвинется. Да, Дима гуляет. Дима с клуба идет домой. Да? У нас как красиво. Видна, кстати, эта детская площадка. Стала сразу. Красивая такая. Красивая, большая. Несколькоэтажная. Красиво. Без зелени уже все по-другому стало. Вот здесь как красиво, там и зелень, и видна, вернее, и травка видна. Сейчас мы тут сфоткаем. И травка видна тут. И снег, и рябинка. Какая красота. Как красиво. Тут какая красота, смотрите. Полосочки идут такие на земле, без снега. Красивые, как будто кто-то пробегает, как будто тропинки. А это вот ветка, и от нее вот полосочка, снег шел. И как это, получается, как дерево нарисованное вот веточками. И тут дерево, вон она веточка. Красиво получается, никогда такого не видела. Здесь прям сугроб был побитый уже. Елочка. Красота какая. Дима, Дима, ты не спи. Не спи. Ты спишь? Не надо спать. Спать не надо. Там вот делают фонарь. Вешают такие штучки. Там тоже, кстати, смотрите, такие же тропиночки. Симпатичные. Красиво. Какая красота, сегодня еще солнышко, голубое небо и такие облака, посмотрите, какие облака сегодня. Красивые облака какие, зимние такие уже, елочки какие красивые. Да, красивые елочки. А здесь елочки две, две лавочки, а под ними травка. Травки, травки, там какие травки. Красота какая, как первый снег прям. Хотя на первый снег было красивее.
Тёма. Тёма, малыш, пойдем. Пойдем, да. Тебе скакать охота. Скакать, да. Пойдем. Тепленькая. Солнышко. А Дима спит. А Дима уснул таки. Уснул. И чё ты уснул? На солнышке полежишь какое-то время.